саксофон Смуби, помимо того, что он является конструктором, и вначале малышу интересно изучать, конечно же, просто отдельные детали, не используя, так сказать, по прямому назначению ее, отдельной игрушкой, где нас являлся для штук, играли мы вот так. Потом еще обнаружили, что можно играть вот так. В общем, все зависит только от фантазии родителей. Громкое такое звучание у него.